Уличная библиотека, книжный домик, хранилище для книгообмена. Небольшое сооружение, похожее на скворечник, установлено в живописном уголке города Тирасполь. Каждый может принести свою книгу в обмен на хранящуюся здесь литературу. На самом деле я просто гулял здесь с девушкой по парку и вот обратил внимание на такую вот прекрасную вещь. Я вообще люблю фантастику и вот решил прийти посмотреть, что там интересного есть. Вот одну из книжек, в принципе, выбрал, принес другую. Уличная библиотека в парке Победа города Тирасполя вдохновила рыбничан из общественного движения «Народное действие» установить такой же книжный домик и в своем городе. Наше общественное движение «Народное действие» занимается реализацией различных социальных проектов в нашем родном городе. Мы увидели, что в Тирасполе силами людей, люди сами собрали средства, сами ее изготовили, сами установили. Мы подумали, что это очень хорошая идея, которую можно реализовать и в нашем родном городе. Мы бросили клич по социальным сетям, люди откликнулись, мы стали потихоньку собирать средства. На собранные средства мы ее соберем и установим. Нам очень нравится данный проект. Мы всей школой хотим его поддержать и уже собираем средства, так как считаем, что это на благо нашему городу. Молодые люди из общественного движения «Народное действие» надеются, что реализация этого проекта в Рыбнице поможет вернуть былую популярность чтению бумажных изданий и даст вторую жизнь многим книгам, пылящимся на полках. Чтение играет важную роль в нашей жизни, и с установкой такой библиотеки не только подростки, но и взрослое поколение сможет делиться понравившимися произведениями. И я надеюсь, что библиотека пустовать не будет, и жители города примут активное участие в развитии. Я думаю, что это здорово, когда ты ходишь, просто гуляешь и берешь книжку и сидишь на лавочке и читаешь. Я думаю, что наши люди тоже будут с удовольствием пользоваться книгами и с удовольствием будут нести книги в эти библиотеки. Установить книжный домик запланировано в Рыбнице по проспекту Победы, возле остановки «Шериф». Каждый желающий может внести свой вклад в появление уличной библиотеки в Рыбнице. Для реализации этого проекта молодые люди из общественного движения «Народное действие» открыли счета для сбора средств. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.